Итак, сегодня готовим пиццу на скорую руку. Очень быстренько и легко это делается. На слоеное тесто выкладываем помидорную, натертый помидор, такую помидорную пасту саморобную. Слоеное тесто нельзя размораживать в микроволновой печи, оно должно разморозиться само собой. Присыпаю орегано и базиликом. Они очень классно сочетаются с помидором. И добавляем в начинку то, что есть под рукой, есть в холодильнике, не заморачиваясь. У меня нашлись помидорки и курица, запеченная грудка. Выкладываем начинку на тесто. Хорошенько разравниваем. На слоеном тесте важно, чтобы не было слишком много начинки и мокрой начинки, потому что оно не захочет подняться. Присыпаем сыром сразу, потому что слоеное тесто долго не печется. Если бы тесто было замешано, надо было бы сыр потом тереть. Вот такая получилась пицца. Очень просто, быстро, минут буквально 15 в духовке и готово. Приятного аппетита!